пожалуйста, оттуда. Нравилось ли вам изображение? Вот как вас изобразили ребята на стене? Как брата-близнеца. Я как посмотрел, думаю, блин, это ж точно я вот такой же, да. Меня спрашивают иногда, говорят, вот вы симпатичный мужчина, у вас же, наверное, любовница есть. А у меня любовница – это моя работа. Я вот от жены к ней убегаю, к работе, а потом возвращаюсь с любовью к жене и все. Я не могу отклеиться. О, класс. Для меня любимый театр маски весь целиком, да? Почему? Потому что я родился, сидя на горшке, я включал телевизор, еще, наверное, в то время черно-белый был, или первые какие-то цвета на телевизоре появлялись, но я точно не помню, и я видел мультики театра маски, видел сериалы эти, и это было настолько классно, весело, здорово, я начал подрастать и понимать, и осознать, что это прекрасные люди, прекрасные одесситы, которые прославляют свой город, делают наш город ярче в информационном пространстве, чтобы люди понимали, что Одесса все-таки остается и продолжает быть столицей юмора. Не только всеукраинской, но и мировой столицей юмора. Фейсбук выложу сразу. Похоже.